Мы приехали в пещеру Прометей, наконец-то. Так долго собирались сюда и, наконец, доехали. Картули летит? По-грузински говорит? Нет. Серьезный грузинский кот. Вот и начинается наше с вами путешествие. Вход в пещеру. Сейчас немного темновато, и я переживаю, что камера не сможет передать всю красоту, которая там есть. Так волшебно. Пещера Куместави – одна из красивейших достопримечательностей Грузии. От необыкновенной красоты просто захватывает дух. Меня редко можно чем-то удивить, но здесь просто эмоции зашкаливают. Всем советую. Сталактиты и сталагмиты имеют самые разнообразные формы. Длинные иглы, торчащие из потолка, образование в виде шара и необычные плоские и извилистые фигуры. Здесь очень влажно, душно, пришлось снять дубленку. Мужчина взял только экскурсию, поэтому я осталась одна. Очень классно. А там моя лодка, походу, едет. Здравствуйте. Можно, пожалуйста. Оп. Наша экскурсия подходит к завершению. Все очень понравилось, классно, круто, всем советую. Здесь вас ждет автобус и довезут вас. Ты только один. А я одна, да. Весь автобус для меня. Сейчас не сезон, туристов еще нет, да? Поэтому нет народа. А когда начинается? Вот. Марта. А, с марта уже будет много народу, да? Вы летом, наверное, не успеваете работать? А? Летом не успеваете ездить туда-сюда? Не успеваем, конечно.
этом участке, я не могу точно сказать, как называется эта местность, но вот, короче, вот от этого переезда и до следующего, наверное, километра три, очень, вот все штрафы, которые я в Грузии вот нахожусь 2 года, платил, вот именно вот здесь, вот на этом месте всегда останавливают. Вот как гаишники в России, вот в этом районе, постоянно курсируют. Один раз не смог доказать, был пристегнутый, и не смог доказать ему, что это... Ну, он мне начал предъявлять, что у вас не пристегнут ремень. Как не пристегнут? Вот смотри, говорю. Он, не, вот вы это сейчас его накинь. Ну, короче, развел меня на 40 лари. Было спорить бесполезно. Один раз на 100 лари за страховку. Потому что только страховку ввели, и тут же сразу я утром попал. Сразу 100 лари. И сегодня, когда мы ехали в ту сторону, опять остановили меня. Вот они стоят. И говорят, что у меня пассажир Надя не пристегнута. А она вообще, она, наверное, ремень вперед накидывает на себя, чем садится в машину. Это Наде сказать, чтобы не пристегнуться, она даже никогда в жизни такое не сделает. Она всегда, всегда пристегнутая. А он старался опять сегодня, вот у тебя пассажир нет. Ну, в этот раз я ему доказал, что, говорю, вот смотри, черная футболка, черный ремень. Ты его просто не увидел. Ремень. Ну, ремень. Да. 2 года в жизни в Грузии дает о себе знать. Ну, что сделаешь. Так что вот так. Сейчас посмотрим. Вот там еще другой переезд. Они тоже там сейчас. Вот здесь меня на 40 лари штрафанули в прошлом году. Это было, по-моему, да, мы ехали после Нового года на лечение в Тбилиси, ну, там на массаж на этот. А 2 года назад, вот на том переезде, на 100 лари. Ну, короче, за 2 года я все заплатил 140 лари штрафа. Вот такие вот, какие-то непонятные, честно сказать, они были. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Здравствуйте. Пожалуйста. Откуда вы? Из Батуми. С Халтубу едем. Страховку надо? Нет. Вы в Грузии живете? Да. В Батуми живем уже 2 года. Чем рядно. Вы тогда закон знаете, да? Конечно. Пристегнуть надо. Да вот же. Пассажир тоже. А пассажир пристегнут его? Сейчас видно, ну... Нет, черный просто не видно. Видите, черный. Я всегда пристегнута. Постоянно? Вы что? Всегда пристегнуты. Без ремня не ездим. 40 лари, зачем мне штраф платить? Всегда пристегнуты. Не видно, да? Ну, не видно, черный, потому что, поэтому, да. Спасибо. Ага. Не попали? Опять. Ну, мы правда пристегнуты всегда. Но.